Партизаны из Сан-Эспирито провозгласили войну правительству Мендозы. Представитель партизан и революционного фронта Хосе Карамакас говорит: «Мендоза — это бешеный пес, которого нужно пристрелить». Республика Сан-Эспирито, когда-то именовавшаяся «Жемчужиной Карибов», теперь бунтарский остров. Партизанское движение, известное как Народная революционная армия Сан-Эспирито, сражается с правительством народно избранного президента Сальвадора Мендозы. Сан-Эспирито. Еще один проклятый режим, который нужно прикрыть. Президенту придется уйти. Сколько можно тебя ждать? Быстрее, тащи свою задницу сюда, потому что мне нужна компания. Вот и они. Помоги мне разобраться с ними. Меня здесь нарушитель, сюда. Умри. А вот и он. Получай. Отличная работа, Рика. Рад тебя видеть в целости и сохранности. Хорошо, следуй за мной. Вот этим.
убери этих ребят оттуда, чтобы мы могли двигаться дальше. Отличная работа, Рика. А теперь возвращаемся. Нарушитель сюда. Рика, нас преследует вертолет. Давай, Рика. Нужно работать. Ты думаешь, ты уже достаточно отогрел себе задницу, Шелдон? Тепло уже позади, Кейн. Ты только позаботься там о нашем друге Рика. Итак, он справится. И не думай о том, что я забыла последний раз, Рика. Рад, что вы знаете друг друга. Когда будете готовы к брифингу, подходите к машине.